Yes! Наконец-то, наконец-то этот человек снова у нас в гостях. The King of Rock-a-Pops, Илья Лагутенко, собственно, персоной здесь на вашем радио. Илья, добрый вечер или день, что у вас там? Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, как хотите. Привет, я привет. Ну, ты в Кливленде, ваши... так что у нас всего лишь... Чикагские расписания. Вот-вот, ну ты в Кливленде... Вы же главнее. В смысле? А, ну нет, это вы на час впереди в Кливленде. И сегодня, кстати, в Кливленде концерт, насколько я... Да, сегодня вечером концерт, в 8 вечера. Это из той серии, что нам еще делать в Кливленде? Давайте концерт. Потому что в музее славы рок-н-ролла мы уже были. На стене начеркали гвоздем название группы «Мумитроль». Здесь был «Мумитроль». Здесь был «Мумитроль» тоже. Слушай, ну давай по порядку. Во-первых, нужно поздравить тебя с рождением дочери. Я уже подумал, 23 февраля. Ну и да. Дочь назвали Летисия. Летисия. Спасибо большое. Уже целых два месяца, правильно? Теперь я уже отец, ну... Отец героин. Отец героин. Сын Игорь. А, дочь... Да, поэтому теперь, видишь, поэтому теперь приходится в туры ездить сейчас. Зарабатывать, да. Нам теперь все больше и больше очень молоденьких и красивых девушек. Слушай, ну вот этот тур, который сейчас длится, он прямо вот из города в город, и концерты каждый день по будним дням. Каждый день, да, мы выступаем и по будням, и по выходным, не делая никакой разницы. Вот... такая довольно экстенсивная летняя программа, вот, и чтобы пока все дети на каникулах, вот нам на каникулы ходить воспрещено. Понятно. Слушай, я вот все время забываю тебя спросить по поводу Craig Ferguson Show. Когда это было, мы об этом тоже рассказывали здесь и на радио, и на Голубчик ТВ. Я хочу, чтобы ты просто рассказал, как это все было изнутри. Это очень популярное вечернее шоу Крэг Фергюсон, идет оно по могу вас заверить, CBS? Что оно действительно снимает полностью вживую. Вот да. Только показывают это потом они уже когда захотят. Ага. Вот, то есть это вот такая, то есть, соответственно, вы смотрели это шоу не в ту конкретную ночь, когда его снимали, вот, ага. Но аудитория действительно там присутствует, вот, обычно музыканты туда приводят каких-то своих поклонников, фанатов, вот, но у нас такой возможности не было, потому что все как-то приглашение это очень быстро произошло, поэтому были обычные какие-то вот эти зрители, массовка телевизионная, ага. Вот, скучающая, но скучающая только до того момента, вот, когда на сцену вышел «Мумитроль». Дальше вот сам ведущий, он же Крейг, сказал, что давненько уже не припоминает, чтобы люди встали и хлопали вот в зале. В телевидении этого не показывают, вот, но зрители они там содержат для того, для поднятия духа артистов. Ну да, и там еще по сцене у вас бегали какие-то зайчики, какие-то... Да, ну, что это было? Во-первых, песня... Panda Bears. Называется Polar Bear. А, то есть это были медведи, да, которые были похожи, да, на зайцев? Да, понимаешь, потому что все костюмы медведей выпускают сейчас в Китайской Народной Республике, поэтому понятно, что они, будь это хоть заяц, хоть медведь, он все равно похож на панду. Да, ну слушай, вот знаешь, после этого выступления некоторые люди говорили: «Вау, как здорово, это обалденное выступление было, классным», а некоторые... говорили, типа, что это было? Что это такое? Это не «Мумитроль». То есть ты вообще слышал что-то такое? Только вот, положа руку на сердце, да, вот это было какое-то особенное выступление? Ну, честно, я тебе признаюсь, что, положа руку на сердце, я давно уже перестал следить за комментариями на наши выступления, потому что если их слишком там близко или к сердцу как-то принимать, ага, то можно закончить, как Курт Кобейн, например. Вот он, говорят, очень близко к сердцу принимал, угу, подобные отзывы. Вот, поэтому как-то приятно делать то, что вроде как есть сегодняшний момент, есть дело, что тебе делает. И хочешь иногда делать, что тебе нравится. Вот, кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то по-разному к этому относится. Дай бог, если есть вообще какая-то реакция,
и вещи продолжаются, развиваются, идут вперед. Ну, здорово. А вот группа, которая сейчас открывает в этом туре все концерты, группа Run, Run, Run. Мы находимся в туре вместе с американской группой. Это ребята из Лос-Анджелеса, называются они Run, Run, Run. Вот у них такая тоже, ну, наверное, и обычная, и необычная судьба для, для такой независимой американской группы. Вот, наверное, их там лучше, например, знают в Австралии. Вот, и теперь уже в России, нежели чем у себя дома. Но я думаю, что сейчас это вот такие времена вместе со всем вот этим крушением и падением музыкальной индустрии вообще в мире. Просто правила, скажем так, игры меняются, и все слушатели и коллективы, скажем так, расходятся своими неизведанными тропами. Кое-кто из них следопыт, вот, кто-то ведомый, кто-то ведущий. Вот. И теперь уже, опять же, с распространением интернета и информации, которая доступна кому угодно в любой точке мира, вот, у тебя могут быть такие довольно... довольно интересные музыкальные вкусы. А группа мне очень понравилась. Мы в одно время работали в одной и той же студии в Америке. И мне показалось, вот, что у них есть такой большой плюс по сравнению со многими американскими группами, играющими такой альтернативный рок, что, во-первых, у них все-таки есть и мелодии, которые могут понравиться там российскому слушателю, европейскому, если хотите. И есть определенное такое вот присутствие на сцене, да, как это называется, stage presence, нежели чем вот многим, я так понимаю, есть такая модель выступлений, которая мне, например, не очень нравится, когда люди считают, что нужно извлекать ноты из инструментов, а зачем ты стоишь на сцене, это не нужно. Я считаю, что для этого хватает прослушать пластинку. А когда ты приходишь на концерт, все-таки ты должен как-то так воссоединиться с тем, что происходит на сцене и в зале, и стать единым целым. Вот такую философию всегда проповедовала группа «Мумий-тролль». И все, кого мы еще встречаем в мире, в общем-то, с такими же похожими идеями, то, соответственно, приглашаем с нами. Ну, надо сказать, что лодочку, крейсер, если хотите, броненосец. Ну, все получается. Только вот скажи мне, вот как, вот, допустим, каждый день практически выступления, да? То есть вот каждый день выходишь на сцену, и понятно, что это профессионализм, это определенный уровень, да, мастерства и так далее. Но так как выступает «Мумий-тролль», и то, что делает на сцене Илья Лагутенко, это все-таки вот то, что ты только что говорил, да, это не похоже на большинство, скажем так, performers, которые выступают, да? То есть кто-то стоит, закрыв глаза, и поет, кто-то прыгает, ну, по сцене. Я говорю, да, есть, наверное, вот есть хорошие песни, есть хорошие композиторы, есть там певцы или певицы, которые могут там брать вверх и вниз 15 октав. Uh-huh. Вот. А вот то, что называется The Greatest Rock'n'Roll Band on the Planet, да, великие рок-группы мира, их как-то вот все становится меньше, меньше и меньше, и вот, может быть, мы, да, такие уже близкие к исчезновению, словно какие-нибудь уссурийские тигры.